Доброе утро, меня зовут Шакир Юлдашев. Готовим утром полезные и вкусные завтраки. И сегодня мы с вами объединим два вкусных и полезных блюда. Это сырники и овсяную кашу. Сделаем сырники с овсянкой. Мы берем творог, овсяные хлопья, куриное яйцо, соль, сахар по вкусу и совсем немножко муки. Замешиваем сырную массу. И по желанию можно добавить изюм. Чтобы сделать наше блюдо еще более интересным, добавим немного корицы. Перемешаем все сухие ингредиенты. И теперь добавим куриное яйцо. Если вначале масса вам показалась немного жидковатой, не переживайте. Овсяные хлопья заберут на себя часть влаги, и масса станет вот такой. Конечно, должно пройти где-то 15-20 минут. Начинаем лепить сырнички. Если творог взять в ладошку и смешать его с мукой, а потом испечь немножко, завтрак будет мировой. Сейчас я покажу, как надо формовать сырнички. Немного муки, переворачиваем нож, обваливаем в муке и вот такими движениями добиваемся идеальной формы. Наливаем немного растительного масла, к нему же добавляем небольшое количество сливочного, для того чтобы корочка получилась максимально золотистой. И на несильном огне начинаем обжаривать наши сырники. Конечно же, идеально подавать сырнички со сметанкой, со сгущенкой или с каким-нибудь ягодным вареньем. И прямо со сковородочки отправляем их в нашу тарелку. В твороге очень много кальция, поэтому это завтрак для тех, кто любит себя и свои косточки. Приятного аппетита!